С вами магазин Инструмент Центр. Сегодня у нас в видеообзоре набор инструментов компании Stealth на 82 предмета. Артикул товара 14105. Начнем мы с упаковки. Вот такая упаковка идет сверху на кейс. Она одевается. Тут полноценная коробка, можно сказать так. Если кому важен подарок, коробка очень нарядная. Информация, которую указывает производитель, это комплектация идет в картинках, указывается. Даже указали трещотку 72 зуба. Обычно другие производители не указывают, что трещотка на 72 или на 48 зубьев. Здесь даже указали, сколько зубьев имеет трещотка. С обратной стороны указывается lifetime, пожизненная гарантия дает Stealth на инструмент, кроме бит. Что еще? Так, и где набор производится, указывается. Так, под контролем указывается Гамбург, Немеччина, Виробник, Тайвань. То есть Stealth немецкая компания, но завод находится на острове Тайвань. Гарантийный талон идет на пожизненную гарантию. Прокладка, которая ложится между крышек. Но здесь почему-то они такую очень хлипенькую положили. Хотя можно ее вырезать самому, но в наборе она очень тонкая. Сейчас свою функцию выполняет. Так, начнем с трещоток. 72 зуба трещотки. Прямые. Комбинированные рукоятки. Резина, пластик. На трещотке написано Chrome Vanadium сталь. Трещотки разборные. Есть быстрый сброс, фиксация головки. Присоединили. Нажали. Быстро сняли. Длина трещотки под 1/2 дюйма составляет 260 мм. И маленькая трещотка, длина 155 мм. Ну, все то же самое. 72 зуба, реверс есть, переключение право-влево. 72 зуба и разборная также. И надпись Stealth на самой рукоятке есть. Что важно, что здесь в обычном профессиональном инструменте хорошего качества надписи на трещотках делают, как бы сказать, буквы сами впрессованы в саму рукоятку. Обычно на дешевых наборах просто пишут сверху краской. Такая вот небольшая пометка. Два Т-образных воротка под 1/4 и под 1/2. Маленький вороток, длина 110 мм. Этот вороток, длина 250 мм. Также он служит как удлинитель, если снять переходник. Получаем удлинитель 250 мм. Переходник вы можете использовать для перехода с квадрата 3/8 на 1/2. Такая универсальная конструкция идет. И еще один у нас удлинитель под 1/2, 125 мм. Под квадрат 1,4 у нас идет в наборе три удлинителя. 100 мм, 50 мм и гибкий удлинитель 150 мм. Вот, для труднодоступных мест. Два кардана под маленькую трещотку и под большую. Карданы здесь скреплены винтами, то есть они идут разборные. Так, теперь у нас две свечные головки. Свечные головки на 21 и на 16 мм. Внутри есть резиновые вставки. Отверточная рукоятка. Длина 150 мм. Ручка полностью пластик. Есть присоединительный квадрат сверху. Сюда можете вставить или вороток, или трещотку. Также можно сюда удлинитель подсоединить. Применять вы можете в наборе или вставлять биты. Сейчас я покажу. Подсоединять биты. Получаем отвертку. Или головки под 1/4. Где-нибудь подлезть, там где не достанет трещотка.
Так, теперь головки. В наборе шестигранный профиль головок. Идут в наборе только головки короткие. Головок длинных, если нужно, нужно будет докупить. Также нет головок Pulse. Шестигранные головки короткие. 1,4 дюйма у нас 13 головок. Вот ряд. Самая маленькая у нас на 14. Вернее, самая большая на 14 мм. Самая маленькая на 4 мм. Это 1,4 дюйма. И головки под 1,2 дюйма. Общее количество их 12 штук. Самая маленькая 14, самая большая 32 мм. Вес головки самой большой составляет 218 грамм. Обозначение здесь идет хромованадевая сталь, стелс логотип и указывается 32 мм. Покрытие матовое инструмента. Материал хромованадевая сталь. Так, верхняя крышка. Набор комбинированных ключей. 9 ключей. Размеры 8, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19 и 32. Самый большой ключ. Также видите логотип Stealth. Размер ключа указывается. И маркировка хром-ванадевая сталь. Ключ комбинированный. Биты. В наборе два вида бит. Это под одну квадрат, одну вторую. Они применяются с переходником, адаптером. Вот он. Выбираете нужную биту. Вставляете в адаптер. И дальше подключаете трещотку. Общее количество бит таких 15 штук. Они вот находятся в верхней части. Верхняя крышка верхней части. И биты в нижней части, это уже идут с адаптером, прессованные под 1,4 дюйма квадрат. Общее количество 17 штук. Профили бит шестигранные, торксы, крестообразные и шлицевые. И есть вот такой вот переходник в комплекте. Можно его использовать или с шуруповертом одевать сюда головки. Сейчас. Где там у нас? Вот. Биты вставлять сюда. Вот. Так, по комплектации все. Кейс состоит у нас из двух частей. Видите, из зеленого цвета зависы идут. Инструмент очень хорошо защелкивается, даже с трудом некоторые. Даже переходить вот, трудно достать. Очень плотно он сидит. Но это плюс, потому что у вас не будут сыпаться инструменты. Запирание на металлические защелки. Нарядный кейс, видите, зеленый, серый, черный цвет. Надпись Stealth Auto. Пластик жесткий. Гарантию Stealth дает пожизненную, кроме бит. Вот на биты гарантии нет, это расходный материал считается. Спасибо, что смотрели наш видеообзор. Напоминаем, за подписку на канал, за оставленный комментарий под видео вы получаете дополнительную скидку при заказе в нашем магазине. Спасибо.